Привет всем, это я, Роберт, и сегодня мы начинаем новую игру на моде Addon Plus. Да, мне как-то трудоречески понравился. Не потому, что он плохой мод, а потому что, когда я пытался снять за Венгрию, почти никто не смотрит. Я не знаю, как это, но да. Я думаю, что вам понравится Addon Plus, потому что я не знаю уже что. Потому что я уже не знаю, что на моем канале снимать. Потому что мой старый компьютер где-то спрятали, а на новом мне невозможно снимать. Потому что нужно наушники мира, потому что я не могу наушники, потому что моя бабушка не дает мне, так что да. Поэтому, короче, я решил, что сегодня мы будем играть за какую-то страну, например, за Дельфи. Да, мы снова будем играть за Дельфи, как и на первом прохождении, я думаю, объединить Индии, так что да, приступим. Короче, приступим. Надеюсь, что мне получится объединить Индию. Потому что на первом прохождении мне не получилось. Я не знаю как, но мне не получилось. Короче. Надеюсь, что этот раз мне не будет трудно, потому что я не знаю, как вы, ребята, но да. Боже. Ладно, что мы можем объединить? Мы можем объединить Монгольскую империю. Значит, нужно захватить все эти регионы до юга страны. И так, хорошо. Первым делом надо посмотреть, кто с нами получит отношения. Йоу-пу, правда, нас не любит. Это наш вассал, он тоже нас не любит. Мултан тоже нас не полюбливает. А Касимир полностью нас не доюбливает. Так же самое, как и Гарнивалы. Практически пять стран нас недолюбливают. Так что да. Начинаем пока что. Во-первых, нам надо будет попытаться быстро все это сделать, потому что если война будет длиться долго, и войско будет уменьшаться и срабеть, я тогда буду начинать проигрывать войну. А я этого как-то не хочу. Полностью не хочу. Полностью, ладно. -15. -9 уже. -5. -56. Ладно. Может быть, что мы нападем на Ямпура первого. Но надо еще чуть-чуть поэкономить. Чуть-чуть. И кто теперь с нами не получит отношения? Синд. А он практически далеко еще от нас. Пока что далеко. Я не знаю, как вы, но он далеко. Короче. Надо готовить войну с Ямпуром. Надеюсь, что эта война не будет трудной, потому что Ямпур по сравнению с нами не такой же слабый. Хоть он слабее нас, но все равно сильнее, чем несколько стран. Короче, не важно. Начинаем войну.
Надеюсь, что эта война не будет трудная, как я говорил. Ладно, пока что он отправляет только маленькие войска на нас. Не знаю почему, но я рад, что он делает. Ой-ой. Ладно. Сделаем вот так. Хорошо. Хорошо, что у нас получается. Потому что он на самом-то деле отправляет такие маленькие войска, что даже вау. Господи. Я даже... Нет. Надо скорее списить, отправлять прикрепление. Я рад, что Ямбург не увеличивает войска где-то. Вы, блин, но знаете, что странно? Единственный, кто пытается сопротивляться, это... Да, блин! Что здесь происходит? Почему я проигрываю войну? Начинаю проиграть против маленькой страны. Это чуть-чуть не... Как сказать? Не очень... Приятно. Видеть. Хоть не важно, все равно уже выиграли. И ради бога, посмотрите на наше название. Мы становимся быстрее, но я не думаю, что нам получится занять все провинции. Я так не думаю. Сколько у нас очков? 30. А мы можем только забрать только маленькие части. Ямбург, как я понял. Да, я так и знал. Не хватит уже. Не важно. Важно то, что мы победили войну без какой-то трудности. И у нас еще набилось денег казне, что радует. Но знаете, что меня не радует? У меня, блин, этот ебаный насморк. И не важно то, что я заболел короной, блин. Блямба. Я ненавижу болеть. Боже, ненавижу я это все. Как я ненавижу болеть, это задолбает. Мне теперь 10 дней изоляции. Хоть я не знаю как. Это возможно, если... Если я не сижу и ничего не делаю. Ладно. Начинаем что-то строить здесь. Потому что я не могу просто ничего не делать. Просто не могу. Потому что здесь как-то неинтересно делать одну вещь и так и далее. Блин. И насморк начинается. Что неприятно. Надеюсь, что это не будет так долго. Потому что я как-то... Да. Ладно. Снова стимулируем провинции, хоть сколько здесь осталось до ассимиляции? 19 ходов. Ладно. Я думаю, что если на кого мы нападем, это будет Мултан. Да, пусть будет Мултан, потому что я говорю, единственный, кто со мной не дружит, это Мултан и Ямпул. Ямпул мы практически уничтожили, так что да. Надеюсь, что что-то произойдет пока что. И кто это? Знаете, не понимаю, почему эти страны получат со мной отношения, если они практически далеко. Посмотрите на них.
даже посмотрите, они даже не понимают, как это, они как они что возьмут военный проход? Конечно, блин, я не думаю, что это так возможно. Я не думаю. Вот, не важно. Важно то, что... Важно, что... А, блин. Важно то, что... Важно то, что... Мы каким-то образом выдержим это все. Я не знаю как, но надо как-то выживать. Ага, снова сегодня эти провинции. И хорошо, что они дали нам все ассимилировать, потому что бывает так, что очки хода кончаются и так и далее. Не, ну я рад, что, что... Да боже ты мой, что не так? Блин, только не говорите, что я ошибся. Только не говорите, что я ошибся. Потому что мне этого практически не нужно, ладно. Мы можем или сделать вот так, напасть на Муртан сразу, или подождать чуть-чуть. Но я думаю, что нужно чуть-чуть подождать, потому что я не хочу. Я хочу знать, какая у него экономика. Ага. 3051. 361. У нас практически больше, потому что мы захватили эти соседи, которые, блин, нарезали. Я... То есть не соседи, а фабрики, боже. Заводы, блин. Боже, что я говорю? Объясните мне. Что я говорю? Ладно, я подожду, пока мы не. Ну, как это говорить? Пока у нас не будет много денег, потому что я не хочу, чтобы было очень мало. Вкусно. Короче, вы поняли, что я хотел сказать. Боже, этот кашель мне надоел. Блин, они уже начинают со мной улучшить отношения. Боже, как мне неприятно. Мне как-то неприятно это делать, но... Блин, а нет. Мне как-то неприятно это делать, боже. Мне правда неприятно. Ой-ой. Блин. Я и так и знал, что это будет. Я так и знал, что они будут слабее, чем мы. Я просто так и знал. Я знал, что это будет. Ой, блин. Я расту, что... Я то, что нам дают, враг не хочет никуда идти. Ё-моё, и мои войска были полностью уничтожены. Отлично. Блин. Ой-ой. Надеюсь, что все будет нормально, потому что я как-то не хочу. Но знаете, что я рад, что нам получается. Мы победили без каких-то трудностей пока что. Хоть это только начало игры.
А начало игры не бывает таких срочных заданий. Сколько мы можем взять? А, не хватит. Нет. Тогда... Вот сделаем так, потому что я хочу, чтобы границы были. Так. Пусть будут красивые границы, потому что я не хочу, чтобы выглядело так, как будто что-то не так. Ладно. И тумориды захватили Кубистан. Это плохо. Почему? Потому что нам нужно будет... Будет... Нам будет нужно захватить эти территории с тимуридов. Пока что мы будем захватывать те территории, которые нам нужны. Я надеюсь, что ничего такого не произойдет пока. Надеюсь, что у нас с тимуридами хорошие отношения. Потому что я как-то этому не думаю. Не думаю. Но хоть нужно проверить. Да, плюс 23. Я рад, что у нас с тимуридами хорошие отношения. Очень рад. Ладно. Надо что-то сделать, потому что у нас поднимется инфляция. Я не хочу, чтобы у нас поднялась инфляция, потому что это будет плохо и неприятно. Ладно. Я вижу, что несколько стран с нами улучшают отношения. Хорошо, но мне нужно... Нужно захватить еще несколько стран, потому что... Потому что не нужно так. Ладно, мы можем или... Знаете, что можем сделать? Снова объявить войну Ямпур и его Сару. Давай сделаем вот так. Надеюсь, что нам войска хватит. А если не хватит, добавим. Да, добавим. Надеюсь, что у них войска не такие самые. И вот, я что говорил, инфляция началась. Надо что-то еще сделать. Не по провинции, потому что я не хочу, чтобы такая большая инфляция. Надеюсь, что... А, окончились такие движения. Ладно. Ничего страшного. Блин, плюс 21, блин. Что с ними такое? Они что, специально улучшают отношения со мной? Потому что мне это как-то не нравится. Ой-ой. Ой-ой. Плохо. Плохо. Надо добавить войск. Надо добавить на самом деле войск. Блин. Как-то неприятно на них нападать, но... Я тут ни при чем. Я старался сделать так, как я мог. Мне так получилось. Получилось. Ладно. Весь Симпул нашей власти. Мы его захватили. Наконец-то мы его захватили, блин. Мы захватили Ямпул, и теперь он на власти. И теперь приходится начинать ассимиляцию. И блин, я не думаю, что у нас еще закончилось несколько других стран. Хоть могло быть по-другому.
И тамурины воюют за Катаем. Нет. Они теперь с тамуридами, блин, с узбеками воюют. Блин, я не хочу, что кто-то выиграл. Мне просто не хочется видеть, как тамуриды проигрывают. Просто если узбеки победят, тогда они сильнее, чем я. И хоть у нас отношения с плюс 42, все равно я боюсь, что они могут поменять что-то. Надеюсь, что это не произойдет. А пока что... Ладно. Блин. Всем с тимуридами воюют. С узбеками? Только с узбеками. Хорошо. Пусть воюют. Блин, надеюсь, что они не нападут на нас. Ладно. Пока что... Мы можем на кого-то еще напасть, но я не знаю на кого. Может, нападем на кого-то. А кто с нами? Бойся, не бойся нас не. А это... Ладно. Нападем на... Ой-ой. Надеюсь, что ничего не произойдет. А, нет, произошло. Блин, надо скорее защищать столицу. Надо скорее защищать столицу. Ладно. Ё-моё. Как я не подумал про это? Ладно, ничего страшного. Короче, все. Нам получилось, и мы захватили. И мы победили в вот этой войне. И по сравнению, Дельфи теперь стала огромный, потому что до начала серии она была чуть слабее, чем я думал, но все равно сильнее, чем несколько стран. Но я рад сказать, что это победа. Настоящая победа. Короче, я думаю, что мы можем окончить эту серию здесь. Надеюсь, что вам эта серия понравилась. Увидимся в следующий раз. Ставьте лайки и пока.